Дворец культуры «Кристалл» принял конкурсантов «Семья 2011 года». Четыре семьи – Чесноковых, Шороховых, Казанцевых и Ершовых – вышли на сцену, чтобы рассказать о собственной семейной жизни, поделиться со зрителями своими успехами, творческими способностями каждого члена семьи. Как талантлива каждая семья, можно было узнать на стендах, выполненных руками конкурсантов. Яркое украшение сцены, музыка и красивые лица членов семей – все располагало к празднику. Со сцены звучали лозунги «Моя семья – мой сказочный мир». Что может быть важнее семьи? Быть одному неинтересно. Участникам конкурсов было предложено отправиться в полет на планету Марс. Построение из кубов ракеты, знания о нашей маленькой планете Сухоложье, приготовление бутербродов для инопланетян, космические костюмы – вот перечень заданий, которыми конкурсанты справились с успехом. Гости с планеты Земля – творческие люди. Каждый член семьи постарался выразить свои таланты через песню, танец, импровизацию. Уважаемое жюри подвело итоги конкурсов. Третье место разделили семьи Ершовых и Чесноковых. Второе место достойно присвоено семье Казанцевых, а победителем оказалась семья Шороховых. Добрый вечер, Слуг ТВ. Я смотрела, наблюдала за вами, вы мне очень понравились, я вас поздравляю. Скажите, пожалуйста, вы первый раз участвуете в конкурсе? В конкурсах вообще нет, а в конкурсе «Семья года» впервые. Вы очень довольны тем, что вы заняли первое место, мы вас поздравляем. Конечно. Праздник состоялся. Зрители были довольны и рады, что в нашем городе есть прекрасные семьи, которые могут гордиться своим взаимопониманием и любовью. Еще раз убеждаешься в том, что семья – это счастье. Счастливым быть одному достаточно трудно. Под этим синим небом.